Ветераны-чернобыльцы, их родственники, кадеты сегодня в сквере Марии Рубцовой около сотни человек почтили память погибших при ликвидации последствий масштабной аварии на атомной станции в Чернобыле. Это время пришедшие сюда вспоминают со слезами на глазах. Вадим Крыжановский, председатель Химкинского общества инвалидов Чернобыля, провел в эпицентре катастрофы 100 дней. Сначала был на самой станции где-то около 5 дней, а затем возглавлял лагерь на 400 человек. Вот. Ну и следил, естественно, за тем, чтобы радиации было как можно меньше. Сейчас в Химках статус ликвидаторов радиационной аварии имеют более 500 человек. Состоят в обществе инвалидов Чернобыля. Без поддержки не остаются. Мы, естественно, поддерживаем их. Располагается в муниципальном помещении. Мы в рамках программы социальной поддержки даем финансирование на осуществление деятельности. Ну и, конечно, лично с каждым членом этой организации общаемся и готовы взаимодействовать. По традиции ветераны возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.